Приветствую всех любителей натуральных камней. Снова с вами я, Дима, и наша новая рубрика «Камни-талисманы 2021 года». По просьбам подписчиков, сегодня я расскажу вам о камне-талисмане «Целестин». Слово «целестин» образовано от латинского «небесный», научное название «сульфат стронция». Перевод с итальянского значит «ангел», «непогрешимый», «небесный». Кристалл сможет залатать пробоины в ауре, а также в энергетическом поле человека, благодаря чему у хозяина появится больше сил, уменьшится влияние окружающих на самооценку. Появляется дар прорицания. Человек обнаружит, что его интуиция значительно усилилась. Это поможет предугадать, каким образом разовьются события. Возможность сделать правильный выбор, принять верное решение. Целестин усиливает интуицию, помогает сконцентрировать внимание, улучшает память. Приносит избавление от назойливых мыслей, улучшает сон, гармонизирует пространство. Если вы любитель помедитировать в одиночестве, целестин поможет вам погрузиться в свой внутренний мир. Целестин пробуждает женскую привлекательность и мужскую уверенность. Минерал способствует увеличению популярности своего владельца, улучшает его репутацию. Обладатель голубого кристалла вдруг обнаруживает у себя талант ритора. Его красноречие привлекает внимание окружающих. Приобретя целестиновый талисман, вы перестанете бояться публичных выступлений. Чтобы усилить все эти качества, следует ежедневно контактировать с камнем. Вся магия целестина проявляется в оберегах и амулетах. Для сохранения спокойствия при экстремальных ситуациях нужно носить собственный оберег на теле. Сила талисмана не зависит от вида и размера минерала. Как талисман целестин подходит целеустремленным, уверенным в своем выборе людям, которые четко знают, чего хотят от этой жизни. Больше всего этот камень подходит близнецам. Остальные знаки зодиака могут использовать камень, если он подходит им индивидуально. Для этого целестин надо взять в руку, ощутить его энергию, обратить внимание на собственное самочувствие. Если человек испытывает комфорт, значит самоцвет ему подходит и будет полезным. В противном случае от необычного небесного голубого кристалла лучше отказаться. В полную силу целестин вступает ночью при растущей луне. Солнце, напротив, притупляет способности кристалла, поэтому необходимо дождаться темноты, а только после этого просить у минерала о помощи. Днем же талисман останется глух к проблемам человека. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем пока!